Не очень хорошо проходит у нас соревнование в этом году. Мы закончили его досрочно. Это не значит, что с хорошим результатом. Поэтому гордиться нечем, но все нужные выводы, анализы мы из этого сделаем. И, естественно, будем стараться больше не допускать таких ошибок. Гонку мы начали достаточно неплохо в этом году. Стабильно ехали. Все шло по плану. До третьего спецучастка мы не планировали атаковать, не планировали показывать более хорошие результаты, чем имели на тот момент. Ну а когда въехали в пустыню, то, я не знаю, здесь допустили, естественно, ошибку, которая привела к травме и к сходу с гонки. Очень жаль. Извиняемся перед всеми нашими болельщиками, кто за нас болел. Будем на следующем году исправлять эти ошибки и радовать вас своими результатами. Естественно, сейчас думаем о том, что, каким образом строить сезон с 2011 году. Уже в этом году, Новый год мы встретили в гонке. Всех с Новым годом! Естественно, строим планы, строим тактику, стратегию. Окончательного плана еще нет. Я думаю, что к середине января мы этот план сверстаем, тогда будет известно, какие гонки мы поедем, как мы будем участвовать в чемпионате мира, будет ли это полное участие, поедем ли мы на шелковый путь. Естественно, мы говорим о намерениях стартовать на следующий год Дакар 2012, поэтому к концу месяца мы все планы сведем и, естественно, о них расскажем.